девочки, мальчики, привет, себя не показываем. Мы после тренировки, чтобы не написали квик-страшилка, себя не показывай сегодня. Будем мы. Будем показывать вам, да, что-нибудь. Интересненько. Вот покажи мне вот так. Новогодние закупки у нас. Вот не, сама лезет в экран, а потом это... Посмотрите, какие свитерочки Томми Хилфигер. А нету моего привезли тут фасончика-то? Вот. Ну-ка давай, бери. Смотри, какой красивый. Да-да-да-да-да. С флажком. Красиво. Данилке бы красиво такое что-то. Ну, а тебе надо, что ли, такое? Надо. Я люблю такие укороченные. Надо. Вот иначе, чем заниматься. О, толстовочка. Да, для занимания еще. А это тоже, вот смотри, какие свитерочки красивые. Томми Хилфигер. С дорожком-то. Томми Хилфигер много чего привезли. Вот смотри, пойдем покажу. Вот тебе на такие. Видишь, вот. Разрез большой. И розовенькие Томми Хилфигер. Видишь, какие? Это Томми? Ой, этот Ральф Лорен. Какой разрез большой, красиво как раз этот, шею вытягивает. А что, уже на футболки переходить? Ну, оно можно ее жилеточкой одевать. А вот это вот, смотри, без разреза. Смотри, тоже ларч. Экстра ларч. Вот какой тебе больше понравится, этот или этот? Померяй. Тоже симпатичный. Ну, это такой праздничный, его куда-то только на... Да с блестёжками, потому что... Ну, он... ладно, ну, вот, мне вот это понравилось, но нету здесь. Красивая. Черная и одновременно она такая вот очень нарядная. Здесь такой уголочек. И рукава вроде закрыты, с другой стороны открыты. Длинные. Тоже они. Симпатичные. Да. Длинные, да. Ну вот смотри, мне вот. Видишь, красивенький такой, да, кардиганчик. У нас здесь. Одень, я покажу, как на тебе. Зима сейчас тоже. Одень его. Одень его сверху. Взять? Что, надо на свитер? Ну да. Просто одень посмотреть. Нет, нет. Это L. L. Да. Ну все, одна самая большая L, видишь? Что, ты не видишь на по этим? А что, L натягивает? Ну а что натягивать? Ты думаешь, она намного меньше, что ли? Куда она на этом надеть? Ну ладно, тогда не одели. Вот так я хотела прибархлить. Так. Что у нас здесь? Рванье. Видишь, гуляй рванина вон. Ага. Да. Ой, это какая интересная куртка. Кожаная. Ой, кожаная. Джинсовая. Угу. Диванчики тут. Мне нравятся диванчики. Вот Оксане надо сказать. Оксана, да? Ищи диванчик. Ну они низкие, они декоративные. Ну, ножки, да, низкие. Сидеть неудобно будет, низко. Нет, не надо сзади, не там не сидят, а просто для украшения. Нет, все равно какой-то это. Стульчики. Хорошенькие. $59. Какой бы себе купила рядом, а, положить? Натуральный? Кстати, нет. Под натуральный. А знаешь, купить и положить рядом с этим. С чем? С fireplace. Не надо. Нет? Это все, ну, уже. У меня уже, конечно, там ковер есть, уже не положу. Так-то 129. Под шкурку. Да. Что-нибудь Данилке тут выбрать. Тут какие-то некрасивые. А ему красивые еще красивые? Надо? Красивые? Конечно, фирменно хочу. Допустим, вот это очень хорошее, хорошего цвета. Видишь, такое. Не фирменная. Ну, наверное, надо этот. Как не фирма, Нотика. А что, Нотика плохая фирма? Хорошая, но она обычная такая. Какая обычная? Как так? Такая же, как Томми Хилфигер. Это абсолютно разные фирмы. Никакой разницы, Томми Хилфигер или Нотика. На одном уровне они. Посочнее что-то хочется. Вот ему сиреневый, темно-сиреневый, видишь, как идет? Ну, милая моя, где я шайки наберу-то? Ничего такого, да? Сочное что-то надо.
Какой еще сочная ему. Я, это я так. Вот сочная тебе синяя. Полосатая. А что полосатая? Почему полосатая плохо? Видно, вас тут еще не потрафишь. Ну, погляжу, нет, так и нет. Найдем, что одеть. Вот поло, но это с длинным рукавом. Да, ладно. Нету больше, да? Это не очень красивая рубашка. Вот, бат, она только красная, Хилфигер. Кстати, классная, да. Томми Хилфигер. А что красная? Чем плохо красная? А Новый год? Очень, очень шикарная. Вот ты нашла, даже я не видела. Очень шикарная футболка. Что он не любит с этими? Ну, да. Расстегнет. А что, рубашка не с этими? Рубашка тоже с этими. Расстегнет, очень красивая. Вот это вот я бы взяла. Я бы даже не думала. Да? Взяла, да. Даже если не на Крисмас. Ну, не Крисмас же уже. Ну, ты же какую хотела? Яркую. А что, красные кофты только на Крисмас носят? Нет. Сейчас очень модно красная. Да? Конечно. Еще тут маленько мы ковыряемся. Нет, ковыряем, ну это же с длинными рукавами. Да, с длинными у него нет, есть. Ты самую хорошую рубашку выбрала, даже больше нет такой. Найк. У меня бы Артем такой себе. А Найк тебе не нравится? Найк нет, она очень... Ну что это? Футболка. На Новый год ему, что? А что? А это праздничная? Супер. С фонариками. А какой размер-то? М? О, блин, МК. Кстати, очень симпатичный пиджачок. Мужской. Да, да, да. Прикольный. Это, знаешь, для какого-нибудь диджея. Да, да, да. Очень супер. Прикольный. Кстати, а какая фирма-то у него? Он какой-то фирменный. Сусло. Сусло Кутюрье. Новый кто-то. Не знаю. Ну, такие веселенькие. Ковтюшечки. Положить, нет? Наталья все смотрит. Не надо лишнее вот это. Да. Пылесборники. Да, мне, в принципе, не понравится. 50% скидочка сейчас. Ух ты! $40. 40? Да. А было 79. Да. Смотри, какая прелесть. Корзина. И березки. Так еще, может, там всегда так стоять? Да, конечно. Вообще, супер. Давай на новоселье. Оксане? Нет, как она только на Рождество же, как всегда, да, в смысле. Не на каждый день. Ну вот то, что видишь, только на Рождество. А здесь какие? Ой, прикольные бородатики. $20. С Москвы, что ли? Я не знаю, Moscow Mule Set. Каппер, то есть медные кружки. Что, хороший подарок, да? Ты думаешь? А это, смотрите, Томми Багамас, тоже Moscow Mule Mans. Что такое маска? Название компании, что ли? Mm-hmm. Нет, название компании здесь. Московские кружки. Все такое под цвет меди. Да. Под лед. Шампан. Есть, ну, у них подлёд? Вот можно подарки-то, да. Moscow Mule, шикарные подарки. Чё, 4? 4. Скидок нет? Но это же не на новогодние. Нет. Скидок нет. А вот это вот, видите, под золото здесь. Подставки, свечи. Выбираем. Вот это Клэрэнс, Наташа, здесь. Мы еще раз хотим подарочки сделать под елочку. Так, вот что-то бы интересное, забавное. Посуда, да? Какие блюда? Да. Эйфелева башня. Такой забавный подарочек. Две кружки. Это взбивать сливки даже. Классненький подарочек. Такой веночек. На дверь, наверное, можно его. Красивый.
детская шапочка с пинеточками. О, Santa Little Helper. Вот. Нашла? Ну-ка. Ralph Lauren, 4 бокала. 4? Да, шикарные. Шикарные. Хорошие. Ну, вот эти вот красивые тоже бокалы. Стаканы такие. Ну, они без коробки. Да, да, да. Так-то красивые. Красивые. И это все, что осталось. Такое, да. Да. Вот. Такие вот тоже, видишь. А коробки-то нет? Были бы вот они, да, в коробке, не разовые, чтобы сет взять. Угу. Посмотри, может, есть? Нету? Ты бокалы видишь, что и я бокалы. Да, надо что-то другое, да. Мистер и миссис. Ищем. А это вот фигурные стаканы, да? С ручкой. С ручкой удобно. Я не знаю, с ручкой они. А вот я не думаю, что они с ручкой. Пивные стаканы это вот. Они не, это не пивные. Покажи сюда. Ух ты. Пить неудобно. Нет, удобно, но они какие-то очень короткие. Ножка короткая, да? Вот здесь уже вкусняшки пошли. Сухофрукты. И всякая такая специфическая. Вафельки, вон смотрю. Вкусненькие. Но мы это не кушаем уже. Только смотрим. Стопочки. Они закрываются, что ли? Ну, видимо, что что-то. А, там свечка ставится. Я не знаю, это свечка, да, наверное, свечка. Да, да, туда ставится. Вот симпатичный наборчик. Вот возьму его. Ну, тут, видишь, тоже туфелька и кошелечек. А это что? Для пива что-то, ну-ка. Я не знаю, для пива это или для чего. Бир. Как его еще открыть? Бир тестинг пари. Открытку фото, найди, где картинка. Что там входит? Какие-то стаканчики. Они с подкраской, наверное, или простые? Какие краской? С какой краской? Ну, вот как там? Что есть краска? Это пиво разное наливают и пробуют. Ну, обычные, да. Я... Выбираем. Что интереснее, такое или такое? Или вилка. Это все для салатов. Для салатов тогда это? Угу. И это тоже для салата. Ну, это можно подцепить салат из тарелки. Я все на большие, на наши салаты, ну, такие, да, американские. Вот это, ну да. Посмотрю сейчас, что еще есть. Я для себя выбираю, не помню, потому что есть у меня или нет, а... чесноковыжималку. Гарлик пер. Вот он. Пожалуйста. Дэниел не любит его. Вот крупный он. Вот я помельче вот этот. Дорогущий-то какой. А это сколько? 7. Еще дороже. Понятно. Так, а еще для теста каталку. Не вижу. Москита, конечно, классно. Интенсит. Вот надо иногда такое мазюкалку. Смотри, какая под яйца. Вот яйца покупаешь, в холодильник сразу кладешь с крышечкой. Да, хорошие. Да. Хорошие. Я тоже думаю. Для яиц. Вот видите, такие пластмассовые решили мы. Я решила себе купить еще.
тут эти бумажные холодильники держишь, достаешь их, они прямо вываливаются. Хорошая такая упаковочка. И открывается сверху. Двигаться. Красивые тарелки, и притом одноразовые. Угу. Очень даже. И эти, смотри, какие одноразовые. О, их, наверное, много раз пользовать. И это одноразовые, да. Стопочки. Какие? Стопочки. Совсем маленькие такие. Вообще, а, это, подсвечники. Господи, подсвечники. Я думала, что придумаем с Натальей, это вообще. Хорошо достали хоть, да? Угу. Дивидо. Такие сверкающие. А это для суши, да? С палочками. Две тарелочки. Смотрим украшения. Красивый такой кулон. Да. Надо, чтобы длинно открыто посмотри, было. Посмотри, какие тут камушки вылетают, смотри. Нет, почему? Можно на любой там... А, сверху? Сверху на любую водолазку или там... Да. Что хочешь. Очень красиво. Очень красиво, да. Приложи к себе, я покажу. Да, очень красиво. Господи. Да, красивый. Возьмешь? Нет, я не люблю золотое. Я посмотрю, вот сердечко это. Почему сломаны? Вот они, наверное, загораются. Наверное, сейчас батарейки. To be charged, but it's digital. Okay. Вот смотри, какой красивый. Вот я очень люблю на белый. Сколько она стоит? 19. Длинная. Да. Очень красиво. Вот в твоем стиле, да, да. Нравились вот эти вот, видите, такие розочки красивые. Наташа, я, наверное, вот этот посмотрю, может, себе возьму. Красиво, да? В моем таком свете. Слон. Коктейльчик Наташа мне сделала, спасибо, дорогая. Приехали к Наташе. И вот хочу вам показать, чтобы было видно. Она любит такие украшения. Значит, это браслетик. Да, Наташа? Угу. Это колье. Подарили. Мы с Любой выбирали. Да. Все, бегут. Вот сейчас упакуем красивенько. Вот. Для Оксаночки. Спасибо, дорогая, она нас балует. Хочется ее побаловать. Может, удастся. Всех с Новым годом!